Started it again. А, не. Last Christmas I gave you my heart. But the very next day you gave it away. This year Максим опять зашел к нам. I give it to someone special. Неправильно песню поешь. Правильно пою, ты неправильно поешь. Nothing gonna change my love for you. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Повторяем наш вчерашний сюжет. Игра на карте Голдраш. Хувик и Мудик. Хувик и Мудик. Эй, Хувик. Эй, Хувик. Эй, Мудик. Тун-дурурун. Тудун. Иди, Хувик. Иди в свой двор. Это, с Хувиком играть. Понял? Максим идет в свой двор, азазаз. Тебе здесь не рады. Ай, вытолкаем его. Хорошо, вытолкали Максим. Он не подымется, все, он застрял там. Максим, подымешься? Максим, покажи. Максим правильной дорогой как бы выбрал, смотри. Правильно, в умную гору не пойдет, умный гору попадет. Давай, она же обычная. Давай, братан, конечно. Шнель, сзади шнель. Ой, блин. Ой, Максим, тебя убивают, Максим, сори. И Дэнди. И Донди. Замена всего лишь одной буквы и так есть. Сразу смешно, да, Донди? Чья это была идея? Это идея всея интернета. Ой, пушку. Блин, кто? У кого защита? У нас или... Опа! Привет, я шпион. Братиш, сзади шпион. Повернешься, чтобы тебя не убил? Хороший Донди. This is evil. На-на-на-на-на-на. Опа. И Дунди. По традиции выключаем музыку на подготовительной стадии. Можем обсудить тактику на раунд. Какой у нас тактика? Смотри, кстати, подключается Айсидли, подключается и Швейцарланд, братиш. Это не твой дружище? Да! Да! Айсидли. А, сосед мой. Как бы, да? Я подниму нос самое. За что? За что он в Team Forest играет? Он хочет... Это самое. Не, он мне очищен, не вернул. А, ну блин, за такие, конечно, вообще не прощал бы его. Да ладно. Yes. Видишь? Студно. Студно. Видишь? А студно. Ты веришь, что this is your русскоговорящий? Big bada boom. Погнали, братиш. Я правильно, что взял, выключу музыку, ты сегодня за караоке у нас. Жиганцы! Классно! Здравствуйте, я Рома, я сделал самый лучший жиган. Меня залагало. Ой. Понимаешь? Я, Рома, я... Меня поощрили роскошным прикрытием, братиш. Я теперь могу роскошно прикрываться. Хотите тебя позвать? Хотите же взять Кавели, который здесь служил ему? Что ты моришь? И положи тебе в зачетку. Не зачет. Мачете не получает зачет. Мачете не получил зачет. Зачем шпион, братиш? Где? А? Убил? Да, все хорошо, с насмешкой его. И Дэнди. Как хренану его? Лежит Убер, да. А вот мой Убер, смотри. Где? Я же, да. Ой, что-то меня шкварпирует. Убер есть, Убер есть. Тихо. Максим с критами, иди вперед. Ну, да, он тебе, да. А, ну да, точно. Пойду Убер пилой всех пилить. Или лучше по цепочке передадим. Ну-ка. Классно, Максим, ключи открыты. Главное подождать через часов. Роман, давай сразу ты, Роман. Отлично. Вперед, уже. Иду, меня толкает пирометчик. Ну, даст больно. Заходим туда, правильно, заходим туда. Отлично. Кто-то сейчас надобряю медиков. И сверху ТП. Стоп. На наша жизнь! И пушка. Ох, хочешь быть разбойником, братиш, сам знаешь. Знаешь что? Ой. Там сверху хэвик, кажется. Push the reporters are down. Мои личные ребзи. Родные ребзи. Для кого-то. Ах ты, красавчик, мои слова точно передаешь. В общем, я никогда не вру. Я никогда Дунди. Потише, если на пилу наступить, она тебя потратит.
Нет, она тебя... Ой. Она тебе даст крипи на 20 секунд. Умрёшь ты, не? Блин, ничего себе здесь в респисе. Что, долгий, что ли? Да. Прикольная шмотка на пирос есть. Так, сзади такой чемоданчик с баллончиком. Тоже такой себе. Я возьму другой вас, потому что что-то тут снайпером ловить тоже не особо. Пробуй кинуться. Кто вы? Ну, команда синих. Почему вы? Потому что ты тоже донный. Нет, я только что сделал банкашот этого спигунсера. Че, серьезно? Ай! Да. Блин, здесь проблема в том, что очень сложно найти аптечки. Да, я тоже сейчас бегаю еще. Какие-то песни супер неизвестные Максим просит. Подожди! Ехай. Так, ну-ка, а я что включу? А я включу вот эту. Братиш, знаешь, что за песня? Я просто... Нет, а ты? Дуру. Да. А это песня, которая была написана для нашего интро? Да, она разыграла? Я думал, там этот, который, когда Шварценеггер ездит на грузовиках, ноги раздвигает, думал, из этой песни. Не она, кажись. Кажись, роман смешной. И Грифон тоже тут, ну вообще... Вообще, ребята, подписчики наши, Лойс вообще. А как они нас находят? Максим, тьфу ты, Барбарис, мы что, вы феймос? Мне кажется, в Стиме сразу объявление выкладывается, что там эти ребята играют там. И все. Как это захват? Нельзя. Хочешь знать, как не попадать банками вражеских игроков? Спроси меня, я скажу тебе как. Зизитоп, блин. Зизитоп. Надо будет по заявочкам реально попробовать музончик врубать, чисто пофаниться. Максим оценил юморесочки мои. Юморесочки. Он говорит, музыка с того видео, где Рома смешно шутит. Скажи, почему Максим не играет с нами в ТС? Действительно. А, он же нас обсирает. Он нас обсирает, да. Еще Нэнсен скоро. In мало секунд. 4, 3. Виктории. Мордовия, параша! Победа будет наша! У-ху! Взял российский регион, обгадил. Ладно. Умри ты, Кавелик. О, Джеймер тоже наш парень. Джеймер, Максим спрашивает, кто нас, блин, обсирает. Максим, ты же рассказал, что нас всех Кавеликом мазал за наши выпуски. Хорошо, Дэнни. Там, по-моему, шпиончик под нашего снайпера идет. А ты... Мне кажется, ты один, Роман. Что? Я? Против всех? Да бега против! Мочи краснозадых. Мочи мягкотелых. Спасибо! Грифон, ты потом не расстраивайся, если я... Ой, что мне дают? Умберты со мной. Мне дают? Мне дают... на диком рендже, короче.
В спину с ножа. Максим говорит, он только что разыгрывал розыгрыш, и победитель Рома с Устьем выигрывал теплый вкусный катишок. Радуйся. Я победил в розыгрыше на теплые вкусные катишки. А что нужно делать? Приехать в студию и забрать свой подарок. Здравствуйте. Наверное, не часто подписчики спрашивали, но как дела? Дела нормас, вообще НГ скоро. Новый год. А можно с вами поиграть? Конечно, братиш, заходи, давай. Шестым будешь. Заходи, не уходи, не плачь. Конечно. Сегодня все играют против Сустима. Челлендж. Челлендж. Мега миссия. Кто убивает Сустима пачку, тот получит водокачку. Это же бриллиантовая хэнд. Ну какой... Ой, иди отсюда! Иди к психиатру, пока не поздно. В общем, говорит, живу в городе Подольске, поспеши, пока не остыл. Походу, Максим нас забрать редактором юмора нашего ВК-паблика. Редактор юмора. Повелитель... Тихо, музыка, тихо. Редактор юмора. Мне кажется, нам точку нужно взять. А что, мне еще не ответил? Песня, где Ван Дамм на шпагат садится. Джан-д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 жан-
хорош мне рандом слать. Нужно больше убийств в системе. Шлют мне рандомные криты. Прости, Грифон, я не смог тебя спасти. На самом деле, опять смешная шутка идет из эфира. Когда слушаешь песню с Вандамов, ноги автоматически раздвигаются. Максим такой смешной сегодня? Ну? Максим, ну ты что? Что сегодня принимал, что так смешно сегодня? Сегодня читал сборник Евгения Петросяна за всю карьеру, лучшее. Собрание сочинений 6 томов. Везем все концерты. И вот я уже еду назад. Дальше извини читать не могу, у нас культурный стрим 18+, мы не ставим. Смотри, братиш. Не поменять класс пора, потому что знаешь что, братиш?